Белый дом официально подтвердил, Джон Болтон, советник американского президента, которого в западной прессе называют не иначе, как ястреб войны, прилетит в Россию с мирной целью. 25-27 июня советник по национальной безопасности США Джон Болтон встретится с союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, и отправится в Москву, чтобы обсудить потенциальную встречу между президентами Трампом и Путиным. Правда, когда журналисты спросили про подготовку встречи у самого Трампа, он ответил в своей манере, крайне расплывчато. Мы рассматриваем эту возможность как возможности встречи с другими мировыми лидерами, но мы точно рассматриваем эту возможность. В данном случае осторожность Трампа можно понять. Сразу после того, как в прессе появилась первая информация о возможной встрече, газета «Таймс» сообщила, в НАТО очень обеспокоены возможными переговорами. Высокопоставленный западный дипломатический источник сказал, что встреча Трампа и Путина перед саммитом НАТО вызовет беспокойство и тревогу, и добавил, это был бы крайне негативный вариант. Однако, по последним данным американских изданий, встреча пройдет после саммита, и Трамп готов общаться с Путиным сразу после того, как закончится совещание по НАТО. Впрочем, западные СМИ все равно пишут, что Альянс настороженно относится к такой возможности, и якобы это подрывает усилия НАТО по сдерживанию Москвы. Впрочем, российская сторона пока тоже осторожно комментирует возможные переговоры. Представитель президента Дмитрий Песков напомнил журналистам, что пока никаких официальных заявлений на этот счет не было. Но пару недель он все-таки допустил. Встреча возможна, и даже сказал, где именно. Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом. Западные журналисты уже и без четких комментариев сторон уверены, встречи быть, и пройдет она в Вене. Из разных лагерей звучат резкие заявления, а некоторые СМИ и вовсе советуют Трампу, не стоит ехать на переговоры с Путиным. Впрочем, тот, похоже, совершенно не обращает на них внимания. Как и две недели назад, когда разозлил демократов заявлением во время встречи Большой Семерки. Он сказал, что Россию нужно было пригласить на этот саммит. Аркадий Глушенков, Вести.